Всем привет! С вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое IP-адрес сайта. Сетевой или IP-адрес сайта – это уникальный сетевой идентификатор компьютера в виде маршрутизируемого протокола сетевого уровня, который выстраивается согласно сетевой модели передачи данных TCP/IP от источника информации к получателю. Каждый сайт в интернете имеет уникальный IP-адрес, который обязательно должен соответствовать доменному имени. Это своего рода прописка в интернете. В редких случаях сайт может быть лишен имени. В этом случае в адресной строке будет отображаться только IP. Крупные интернет-ресурсы на одно доменное имя устанавливают 2-3 адреса. После набора единообразного локатора ресурса происходит обращение к DNS-серверу, который, используя доменное имя, определяет IP нужного сервера и направляет пользователей по нужному запросу. Необходимость использования сетевого адреса заключается в его уникальных особенностях. Если хостинг является обычным, на сервере может размещаться десятки веб-ресурсов. Естественно, в этом случае их IP-адрес будет одинаковым. У этого варианта есть масса преимуществ и недостатков. Если необходимо обеспечить сайт уникальным адресом, рекомендуется использовать выделенный IP, который может привязываться только к одному ресурсу. Существует довольно упрощенная классификация понятий, связанная с IP-адресами. В частности, выделяют следующие виды. Динамический адрес. Он устанавливается автоматически провайдером услуг по протоколу конфигурации хостинга во время первичного подключения оборудования к сети. Динамический адрес не может использоваться на протяжении длительного времени, так как его использование ограничено. Чаще всего продолжительность такого периода не может определяться самим пользователем. При завершении текущего сеанса динамический IP будет изменен. Статический адрес. Этот вид IP является стабильным. Он может не меняться в течение долгого времени. Его могут вручную прописывать в настройках пользователя или провайдера при первичном подключении оборудования к сети. Срок использования статического адреса не ограничен, а повторное его присвоение другому устройству невозможно. Выделенный адрес. Одной из главных услуг, которую предлагает хостинг-провайдер, является выделенный IP-адрес сайта. Он необходим веб-ресурсу для того, чтобы получить сертификат защиты соединений. При необходимости на серверах могут создаваться почтовые службы. Использование выделенного адреса повышает доверие к сайту со стороны пользователей и поисковых систем. Если в комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми посетителями включить запрещенные приемы, такие как черная раскрутка, использование скрытого текста и прочие действия, предпринимаемые для подстройки контента под поисковые системы для поднятия позиции в результатах поисковой выдачи, поисковые роботы заблокируют сайт по IP-адресу. Это произойдет даже если на одном хостинге было размещено 10, 20 и так далее сайтов. Пострадать от этого могут все ресурсы, независимо от того, участвовали они в черной оптимизации или нет. Проверить, какие сайты на IP-адресе, можно при помощи специальных инструментов. В интернете их множество. С их помощью вебмастер может посмотреть, какие сайты размещены по соседству. Необходимость проверки заключается в том, что не все ресурсы являются надежными. Если у сайта свой отдельный адрес, вебмастер может не беспокоиться о его безопасности. Но в случае, если один виртуальный хостинг включает в себя несколько сайтов с одинаковым адресом, стоит проверить соседей. Некоторые веб-ресурсы могут использовать черную оптимизацию для продвижения в поисковых системах. Другие – рассылать спам или порнографический материал. Поисковые машины негативно относятся к подобному контенту, а при обнаружении каких-либо нарушений вводят санкции. Это понижение в ранжировании и остановка индексации, вплоть до блокировки IP. Помимо этого, каждый ресурс имеет собственную посещаемость. И если среди соседей окажется программа для генерации искусственного трафика, работа всех проектов окажется крайне медленной. Для SEO-оптимизатора необходимо знать, какие сайты находятся на IP-адресе с ним. Для этого необходимо найти специальные инструменты. Наиболее популярными являются сервисы 2IP и CPR. Введя в специальную строку домен сайта или IP-адрес, сервис покажет численность веб-ресурсов, размещенных у одного хостера. Как уже отмечалось, сайты, расположенные на одном сервисе, наделены одним IP-адресом
И если один из них будет продвигаться недобросовестным веб-мастером, который использует запрещенные приемы, например, рассылку спама, почтовая служба может заблокировать весь адрес. Не разбираюсь, кто виноват. Каждый клиент сервера будет помещен в черный список, без возможности получать и отсылать электронные письма. Такое же правило касается поискового продвижения. В результате махинации веб-мастера одного ресурса могут пострадать все сайты, потеряв возможность индексироваться поисковыми роботами, ранжироваться в результатах поисковой выдачи и показываться в ответ на запрос пользователей в интернете. В подобной ситуации обычно направляет жалобу компания, предоставляющая услуги размещения IP-адресов на своих технических площадках. Если жалобу составляют сразу несколько пострадавших сторон, хостер может вручную поменять им адреса. Выделенный IP-адрес создан для того, чтобы избежать подобных проблем. В частности, он предлагает абсолютную независимость от соседствующих ресурсов. В последнее время увеличилось количество хакерских атак, проводимых с целью подведения сайтов до отказа или похищения какой-либо информации, включая персональные данные пользователей. И поскольку DDoS-атака чаще всего ведется на IP-адрес, то злоумышленники подвергают опасности все ресурсы без исключения. Выделенный адрес снижает вероятность взлома в несколько раз. Отсутствие уязвимости и полная автономность. Если один клиент хостинга ведет агрессивную политику распространения спама, пользователи могут заблокировать его IP. Это может стать причиной потери части целевой аудитории для других ресурсов. К тому же, при нарушении статей закона, суд может вынести приговор по блокировке всех сайтов, расположенных на одном IP. Безопасное продвижение в поисковых системах, штрафные санкции, накладываемые поисковыми роботами на сайт в целом и IP в частности, при нарушении правил оптимизации и публикации запрещенного либо некачественного материала не будут касаться выделенного адреса. Отсутствие других ресурсов на одном IP позволит создавать безопасные условия для проведения транзакций на сайте, получать более детальную статистику посещения сайта целевыми посетителями, а также обеспечить пользователей возможностью перехода на ресурс через IP. Возможность организации каналов VPN, позволяющих обеспечить несколько сетевых соединений между различными подразделениями и компанией поверх другой сети, а также создание анонимного протокола передачи данных в сети между отдельными серверами. Помимо этого, если веб-мастер планирует создать для сайта внутреннюю почтовую службу, и поскольку почтовый сервер имеет гораздо более сложную структуру, чем файловый сервер, для реализации данной идеи потребуется выделенный IP-адрес. Важно помнить, что к одному уникальному адресу можно подключать только один интернет-проект. Веб-мастеру иногда необходимо заблокировать доступ определенного IP-адреса к веб-ресурсу. Такая необходимость возникает, как правило, в отношении пользователей, которые вредят работе сайта или нарушают правила поведения на страницах. Рассылка спама и ссылок в комментариях, кража уникального материала, статей, фото и так далее, обманные клики на рекламу при помощи автоматизированных программ или скриптов, имитирующих клик пользователя по рекламным объявлениям. Необходимость ограничения доступа по географическим признакам – города, подсети, страны. Один из самых действенных и эффективных способов применения файла дополнительной конфигурации – Hypertext Access. Более легкий способ – блокировка при помощи пользовательской панели хостинг-провайдера. Для этого следует прийти в раздел «Диспетчер запрещенных IP-адресов», после чего указать домен для блокировки. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка в комментарии под этим видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.